Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Надежда, и вы у меня на канале. Дорогие друзья, не забываем подписываться на инстаграм-канал. Там же можно подписаться на чатик Надюши. И в чатике Надюши можно общаться вживую. Не так вот, когда вот держишь пальчиком, говоришь и отправляешь голосовое сообщение. Там просто нажал кнопочку, положил где-то в бок телефон, и можно общаться как со мной, так и с подписчиками, которые уже есть у меня на телеграм-канале и чатике Надюш. Вот. Не помню, на чем остановилась. Села батарейка в экшн-камеры. Пришлось поменять, новый аккумулятор поставить. Сегодня мы с Саньком в огороде работаем, да? Сивишая вока. Ага. Сашка возит сейчас у нас гной. Вот. В начале ролика вы видели, как мы пахали поле. Вернее, Санек пахал поле, я его равняла граблями. Там, где пакетики, Саша вчера добыл, как это называется, меди, да? Меди и алюминия. И сегодня съездил, сдал на 105 рублей. Вот. На 105, да? А, 112 рублей сдал сегодня меди и алюминия. Завез два маленьких пакетика. Не то, что мы две машины завезли позавчера. 170 рублей. А тот только два пакетика и 112 рублей. 105 и 2 рубля. 107 рублей. Вот. А я уже посадила клубнику. Вот. Полила ее. И разработали уже заодно этот участок, где будет сидеть будут у нас огурцы. Санек на меня орет, дает мне трендюлей, мол, заколебала своей клубникой, отнимаешь метры земли. Это вот у меня все в клубнике, это все в клубнике. Тут вот чуть-чуть клубника сама по себе полезла. Вот, так что потом, когда прополим все, прополю, досажу сюда клубники с этого, с этих сортов. Тут у нас щавель растет. Чеснок хорошенький. Чеснок хороший очень. Ну вот, как-то работаем. Полдня не могли выбраться поработать, потому что был, чего у нас было? То снег, то чуть-чуть солнышко, то снова снег. Ты тоже валялся, ничего не делал. Да, работаю. Что ты делал до обеда? Расскажи давай. Металл готовил. Пазю сдавал. Так, что у нас? Вон чернеет небо. И видно, вон там уже какие-то полоски такие. Видимо, сейчас усыпет снег, зараза. Но клубнике ничего не будет. Она не боится холода. Тем более, тут уже не такая сильная зима. Пару дней холодно, а потом будет опять тепло. Клубничку прополола, она даже значно поднялась. Сразу была какая-то непонятная. А когда прополола, прошло вот буквально два дня, заметненько такая хорошенькая стала. Клубничка. Напалил тут. Набросал. Проводочку собирала. Как Золушка работала. Плохо собрала? Остальное я тебе оставила. Согласен? Не? Не топчись по чесноку. Получше лопатой. Граблями. Во, этими граблями. По шее. Понятно? Картошку готова? Тут будет картошка? Бульба. Тут будет у нас бульба от клубники. До конца огорода будет бульба. А в огород где будет у нас? Где будет расти морковка? Здесь. Цибуля. Здесь. Морковка, цибуля. Тут. Бураки. Буяки тут. Усё будет тут. Усё будет тут где-то. Может, маловато? Может, хватит. Некогда будет полоть со стройки из нашей.
мои хорошие, на этом буду с вами прощаться. Такой вот коротенький ролик на сегодняшний день. Поработали немножко, померзли. Я вас буду подогнать, как настоит. Ну, за нахрен стоит, что накрыть, чтобы можно чуть дождь, снег. Чтобы мотор не замочил. У нас никто тут не ворует. Все, мои хорошие, всем счастья, любви, здоровья, всем пока-пока!